Почти половина жителей Тюменской области, которые обратились за помощью в Центр занятости населения, нашли работу. Такие данные публикует региональный департамент труда и занятости. Годом ранее этот показатель был ниже. Больше всего за вакансии в образовании. Это более 2000 предложений. Связано это с сезонностью, впереди лето и время детского отдыха. Сохраняется большая потребность в специалистах строительной отрасли и обрабатывающих производствах. Если говорить о профессиях, то чаще всего тюменские работодатели ищут людей с рабочими специальностями. Так, например, более 1000 предложений для водителей, а также высокий спрос на подсобных рабочих, продавцов и охранников. А всего в регионе заявлено более 18 000 вакансий.